И снова здравствуйте. Сейчас расскажу про еще один интересный секретный способ скрутки, что касается поясницы. Да? Если человек к вам пришел такой тяжелый, грузный, плотный, да, с мускулатурой такой, с животом, и вы никак его не можете повернуть на столе, то я предлагаю это сделать на полу. Это получается у нас седьмой способ, да, скручивания. Для этого кладем человека опять на бочок. Опять желательно нога нижняя должна быть вровень с позвоночником в одну линию, да. Здесь кладем ногу под 90 градусов. Руку надо нижнюю вытащить из-под человека. Разворачиваемся вот так, чтобы голова лежала. То есть вот. Эту руку можно либо откинуть назад, либо за голову. Ну, в общем, как удобнее. Нас интересует снова вот эта рука. Давай правую руку. Вот, и мы упираемся теперь в тазовую кость, да, в гребень подвздошной кости с ногой, пяткой своей. Упираемся так, чтобы по диагонали, шло движение по диагонали. Растягиваем опять за руку. За руку идет скручивание. И после этого проведем толчок. Пускай руку. Если так не получается, можете немножко пофантазировать и взять за другую руку. Может быть, даже будет и удобнее. Да. Он так меньше натянет. Так лучше. Но натянет меньше, да? Да. Вот такой способ вы можете попробовать для себя и для таких людей. Он остается у нас, ну, этот видеоролик остается у нас в запаснике только для тех, кто ходит на тренинги и прошел у нас основной тренинг по мануальному массажу и мануальной терапии. С вами был Олег Алавгудвин. До новых встреч, друзья!